Они должны быть вместе. Ключевые отделения Елизовской районной больницы объединяют в одном здании по поручению Владимира Солодова. Елизовская районная больница – одна из ключевых. Елизовский район очень густонаселенный, здесь большое, очень прикрепленное число населения. И, конечно, необходимо срочно модернизировать состояние этой больницы, этого учреждения. Оно абсолютно не соответствует всем требованиям. Например, буквально до последнего времени новорожденные дети находились отдельно от матерей. Это не соответствует всем принципам. Уже сейчас мы этот вопрос буквально за 2 недели удалось решить. Будем смотреть сейчас по перемещению отдельных направлений оказания медицинской помощи. Ну, в частности, нам нужно в одно здание будет переместить реанимацию, хирургию, травматологию, те услуги, которые, конечно, должны оказываться вместе, потому что в противном случае перевозка тяжелых больных, перенос их часто через улицу приводит к серьезным негативным последствиям для здоровья. Глава Камчатки уточнил, что уже разрабатывается план развития больницы на долгосрочную перспективу. Есть поддержка со стороны Министерства здравоохранения России. Лично министр Михаил Бертович Мурашко был в больнице, сейчас направил целый ряд специалистов, которые разрабатывают по направлениям программы совершенствования медицинской помощи. Будет сноситься вот это здание пятиэтажное, недостроенное, которое у нас стоит. И в целом комплексно будем развивать. Это ключевое для нас медицинское учреждение, для всей Камчатки. Владимир Солодов также оценил ремонт, проведенный летом в родильном отделении на деньги единой субсидии. На ремонт роддома были направлены 40 миллионов рублей. Напомним, что министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе посещения Елизовской районной больницы в августе заявил, что в учреждении необходимо менять материально-техническую базу, а также корректировать организацию работы персонала, и пообещал поддержку Минздрава в этой работе.